Здравствуйте, мои дорогие. Это первый ролик. Я вот тут снимаю селфи-камеры на iPhone 12 Pro. Это у меня прошка-крошка. Вот не поверите, короче, но я ходил с телефоном. Блин, сколько я с ним ходил уже? О, блин, я год ходил на той... Ой, смотри, какая... Такая собачонка красивая. Вот я установлю себе приложение, чтобы можно было между камерами, короче, переключаться. Вот так снимаешь себя, потом хоп, переключился, снимаешь на ультра, там, ширик или просто на ширик, или еще на какой-то... Ну, короче... Так, суть в том, что я год проходил без селфи-камеры. Я забыл, как видеть себя вживую. У меня вот селфи-камера. Вот только точка такая вот, точка, заклеенная скотчем под пылью, толще пыли. Хрень там, короче, вот еще селфи у меня не было целый год. Я потерял, получается, блин, больше, чем год. Январь. Воняет. Февраль. Март. Апрель. Январь, февраль. Я потерял iPhone 23 апреля. 23 апреля. Или 20 январь, февраль. Мужской день. 23 февраля. Вот надо было заранее так нажраться, блин. Не была же возможность не перебухивать. Нет. Надо так, чтобы дрова, короче. Ну ладно, сейчас зато иду с 12 Pro. На 512 гигабайт. Ну, так, интересный телефон такой. Так получается, какая штука? Это получается 23 февраля, январь, февраль, потом март и сейчас апрель. Короче, год и два месяца. Да, год и два месяца я был без айфона, но ролики, конечно, я не перестал снимать. Но все равно, блин, у меня такое ощущение, что вот держу сейчас айфон в руках, да? Душа стала на место. Все, у меня айфон, все дела. Я крутой, все нормально. Все супер-пупер. Все довольны, все нормально. Я сегодня, когда снимался, лежа на кровати, я снимал вот этот ролик под айфон. Я тупо чуть-чуть сплакнул от счастья. Ё-моё. О, лепесточки. А, так камера. Блин. Я ж ну сплакнул от счастья. 12-й прок. Прошка-крошка. Ёлки зеленые. Думаю, ё-моё. Это же нифига себе. Наушники. И в общем... Так вот, я давно себя не чувствовал. Вообще, это очень тяжело перенести такую утрату, потерять iPhone X. Он даже сейчас модный. Вот прошел уже год, я им пользовался. Прошел еще год, как я без него был. И вот сейчас... Получается, спустя 2,5 года все равно он очень модный. У него там камера пусть 8 мегапикселей передняя, но он все равно классный. Базара ноль, конечно. Я иду сейчас по этим крутым лестницам с одной целью. Конечно же, бухнуть, надо отпраздновать. Первый день я решился взять телефон, еще пальцы мерзнут, еще всего 7 градусов.
тепла, несмотря на то, что уже 26 апреля. Все, я не знаю. Я обычно в такую погоду айфон как бы старался держать где-то в тепле. Я, короче, засекаю все плюсы, все нормально. Идеально все, все. Меня все радует. Одна только вот маленькая неурядица. Здесь батарея уменьшена, и это реально чувствуется. Она реально чувствуется. Блин. Говорят, 13-х сделай побольше. Не, ну мне этот устраивает. Все, крошка-прошка. Крошка-прошка, 12-прошка. Я менять ни на что не согласен. 12 лет. Я хочу. Знаете, раньше был это... Было тамагочи, короче. Ну, короче, вот дети растили там. В лучшем случае вырасти, чтобы до года. А здесь получается, что как бы айфон, когда приобретаешь, словно ребенка, короче. И вот хочется быть с ним, да? Там переживаешь все. Я хочу дорастить до 12 лет, чтобы мой айфон 12-й просто уже 12 лет. Ну ладно. Счастья, удачи, любви, успехов. Встретимся в следующих роликах. Пока-пока.